Краснодарский край, и Республика Северного Кавказа, Кавказский край, Ростовская область. Соотношение экспорта и внутреннего? Соотношение процентов 70 мы экспортируем, процентов 30 только разъем. Вообще, перспектива развития больше на экспорт, потому что внутренний рынок, в принципе, снабжен существующими мощностями, а на мировом рынке в России в целом практически нет. Перспектива огромная, будем развиваться. Это радует. Ладно, спасибо большое.